сегодня будем славить всей душой, всем сердцем, всей внутренностью, Господь, и всей крепостью Тебя, Господь. Душа моя, славь Господа, славь Господа. Чего смущаешься, душа моя, славь Господа, славь Господа. Чего смущаешься, душа моя, славь Господа, славь Господа. Чего смущаешься, душа моя, славь Господа, славь Господа. Благослови, душа моя. Благослови, душа моя, Господа, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, имя Его. Чего смущаешься, душа моя, славь Господа, славь Господа. Чего смущаешься, душа моя, славь Господа, славь Господа. Чего смущаешься, душа моя, душа моя, славь Господа, славь Господа. Благослови, душа моя, Господа, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, имя Его. Благослови, душа моя, Господа, Господа, и вся внутренность моя, святое имя. Живой,
теперь я твой, а ты Бог мой. Наполнит сердце Дух Святой. Я знаю, ты живой, и в тебе я живой. Мы свободны от боли.
Скажите, пожалуйста, вы обнаруживали когда-то в себе жадность? И так, чтобы вы ее признавали и каялись в ней. Один священник, который служил на протяжении 25 лет, он сказал, католический священник, он сказал, что люди приходили ко мне и исповедовались в убийствах, исповедовались в прелюбодеянии, в каких-то страшных и аморальных грехах, но никто никогда не говорил о жадности, никто никогда не признавал в себе жадность. И жадность, да, это не что-то, что лежит на поверхности, да, это то, что должен выявить Дух Святой в нашем сердце. И жадность – это не только то, что относится к деньгам. Это вообще к образу жизни, к тому, насколько мы готовы отдать себе Иисусу. Это и относится к тому, сколько мы готовы отдать своего времени на молитву, на близкие отношения с Богом. И Иисус сказал такие слова в Матфея, да? «Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». И я подумал об этом слове «не родить». Я думаю, что это такое «не родить»? Я думаю, есть же люди, которые любят деньги, да, и они ходят в церковь, и они могут поднимать руки, и они могут поклоняться Богу. Но разве можно по этим людям сказать, что они ненавидят Бога? И, наверное, здесь не настолько буквальный смысл, да, ненависть не в том смысле, в котором мы ее понимаем по-человечески, но... Не радеть, когда ты начинаешь не радеть о Божьей благодати, да, то есть когда ты не радеешь о том служении, которое Бог тебе предлагает, да, когда ты не радеешь о том, что Бог тебе хочет дать, о тех возможностях, которые Бог тебе хочет дать, да, то есть есть вещи, которые, есть потребности нашей души, нашего тела, если мы ставим их выше, чем следование за Иисусом, если мы ставим их выше, чем поклонение Богу, тогда мы просто не радеем на самом деле. Тогда тебя мотивирует идти на молитву, да, но в тебе это вызывает какое-то нерадение, просто нерадение, да, ты слишком жаден для Бога, чтобы отдать Ему столько времени. Тебе не жалко будет это время на работу, тебе не жалко будет это время для какого-то развлечения, тебе не жалко будет это время еще для чего-то. Но для того, чтобы отдать это время на поклонение Богу, его будет жалко. И здесь не только говорится о том, ну, о деньгах, о служении мамоне. Ну, что такое мамона, да? Это любовь к комфорту, да? Это любовь к каким-то вещам, которые могут тебя окружать и не давать тебе просто выходить и следовать за Иисусом. И если в твоем сердце есть нерадение, то это то, в чем надо покаяться. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Ты наш пастырь. Мы ощущаем, Господь, как Ты близок к нам. Ты заботишься о нас. Ты, Господь, выводишь нас из тесноты. Поклоняемся Тебе. Любим Тебя. Господь, Ты пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Господь, Ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, Твой жезл и Твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда
пришел. Не убоюсь я слав, твой жезл и твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я слав. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня, Господь. Ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня, Господь. Ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, к водам тихим водишь меня. Милости, Господи, Отец мой, Ты наш утешитель, Господи, Отец мой. Приложи свой пластырь, Господи, Отец мой, к нашим ранам, Боже, Отец мой, во имя Иисуса. Закрой все пробоины, Господи, все проломы, Господи, во имя Иисуса. Всякая буря пусть будет остановлена, всякое смятение, Господи, во имя Иисуса. Все, что нас сбивает с ног, Боже, Отец мой, укрепи ослабевшие колени, Господи, во имя Иисуса. Сделай наши ноги, как у оленя. Возведи нас на высоты, которые для нас недосягаемы. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Дай нам ощущать, что мы не сироты, Боже, Господи, Отец мой. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Дай нам переживать Твое принятие, Господи, Твою силу, Господи, Отец мой. Во имя Иисуса. Твою свободу, Твое оправдание, Господи, Отец мой. Твою славу, Боже, пусть всякий позор падет во имя Иисуса. Всякий страх пусть падет во имя Иисуса. Мы поклоняемся Тебе, Дух Святой. Ты один достоин, наш Спаситель. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Хочу поговорить о смущении. В нашей жизни так бывает, что мы очень часто смущаемся вообще с самого детства. Особенно в подростковом возрасте. Люди смущаются, подростки смущаются, особенно когда сравнивают себя с кем-то. Они пытаются это смущение чем-то спрятать. Люди во взрослом возрасте смущаются, потому что у них нету чего-то, что есть у других. Да, у тебя нету такой машины, у тебя нету такого дома, еще чего-то у тебя нету. А почему? Потому что ты сравниваешь с кем-то, и ты смущаешься. Знаешь, когда мы купили Fiat Uno, я был счастлив, я не смущался, я считал, что у меня самая лучшая машина в мире. Но мне сказали, что это не так. И пришло смущение. Пришло смущение. Но я же этого не знал. Я жил счастливо. Я привозил ребенка в школу. И она смущалась, потому что там стояли другие машины. И ты смущаешься. Что в твоей жизни происходит? Ты был счастлив. Что тебя смутило? Люди. Люди смутили. Тебе нужно смотреть на Господа. Как там Павел говорит, есть люди, смущающие вас. Они тебе просто сказали, что ты не такой. Но они смутили тебя. Что с тобой, с твоей жизнью происходит? Ты пытаешься от этого избавиться, от этого смущения. Знаешь, как люди пишут на автору, да, вот за машину не стыдно, не битая, не крашеная, не избавляюсь. Когда я продавал, битая, окрашенная, я избавляюсь, и мне стыдно за нее. Но я хочу немножко денег за нее. Битая, окрашенная, и я избавляюсь. Но она заводится.
И она может еще и поехать. Я был счастлив, когда-то ездил на ней. Но когда взял другую машину, я сел в эту старую машину, я по двору проехал, и я понял, что я в это, то, что я называл машиной, я больше никогда не сяду. Будь счастлив то, что у тебя есть. Пусть твою радость никто не ворует. То, что ты имеешь, радуйся. Будь счастлив в этом. Откуда приходит смущение? Оно ставит тебя в клетку, в ограниченность. В ограниченность. Тебя обесценивают, и тебе кажется, ну ты хоть за что-то меня возьмите. Ты захотел продать машину, да, там, выставил определенную цену. Ты посмотрел, сколько она стоит примерно. Максимально опустил ее, потому что ты хочешь ее продать. К тебе приехали, и тебе рассказали, что вот здесь вот это, вот это, вот это. И тебя смутили. И ты готов еще спустить цену. Если тебя смущают. Почему? Потому что не уверен. Смущение – это неуверенность. Другие люди выставляют машину, говорят, мне не надо писать, сколько она стоит. Говорит, я не торгуюсь. Почему? Говорит, ну я знаю, сколько она стоит. Мы иногда себя так обесценим, мы смущаемся. Потому что ты толстая, потому что худая, потому что еще что-то в твоей жизни не так. И люди смущаются. Почему? Потому что ты не вырос. Люди взрослые, они не смущаются, какой у них телефон. Ну, настоящие взрослые. Они не смущаются. Подростки смущаются, что у них не iPhone там какой-то, да, вот, ну, а у кого-то есть. Что смущение с тобой делает? Оно блокирует тебя, оно тебя останавливает, оно лишает тебя радости. Ну, потому что, почему? Потому что тебе это сказали, и ты смутился. Павел говорит, эти люди, кто бы они ни были, которые смущают вас, они понесут наказание. В нашу жизнь приходит смущение, оно нас опустошает. А почему оно приходит? Ну, потому что я ожидал чего-то, а этого не случилось. В жизни Давида было смущение. В жизни женщины у колодца было смущение, потому что, ну, как бы... Женщина пришла к колодцу. Пришла днем, в 2 часа дня, когда нормальные женщины не приходят к колодцу. Они приходят утром, рано утром. Это было время, утром люди приходили к колодцу. Не мужчины приходили, приходили женщины. Что там женщины у колодца делали, как ты думаешь? Они то же самое делали, что бабушки возле подъезда, когда семечки клюют, да? Они то же самое делают, они сплетничали, они разговаривали о своих семьях, как у них хорошо, сколько муж заработал, да? Они хвастались друг перед другом. Ну, чем женщины обычно занимаются? Тем, чем они занимаются в интернете. Ногти друг другу показывали, губы. Ну, они приходили у колодца и... Ну, они там встречались, им нужно было воды набрать. Но эта женщина, она была самарянка, она была особенная. Ну, она не приходила туда. Почему? Потому что там говорили о ней. И она была смущена, ей не хотелось туда идти. И она приходила, ну, ей же надо было воды набрать. Воды надо набрать было. Это колодец, это церковь. Иисус не приходил, когда эти женщины приходили к колодцу. Когда все остальные утром приходили, он пришел почему-то в другое время и сидел, и он написано, что он утомился. Но он устал. Пришла эта самарянка. И она была удивлена, что этот молодой еврей вообще с ней разговаривал, потому что самаряне с евреями, они просто не общаются. Ну, не общаются. И она была удивлена, что вообще кто-то проявил вообще к ней внимание, а тем более какой-то еврей. Ну, в ее народе ее просто не любили, ее осуждали, потому что у нее было 5 мужей, она и так чувствовала себя ниже плинтуса. Потому что у всех все нормально, там в семьях нормально, у всех мужья, дети, все нормально. У нее 5 мужей, непонятно где дети, вообще непонятно что с детьми. Кто-то с ней живет, кто-то там, не знаю, кого-то на малолетку посадили, ну... А у тех все хорошо, у тех там учатся где-то, там кто-то работает, короче, у тех все хорошо, у нее все плохо. И на этом фоне она чувствовала себя, ну, вообще очень смущенная. Очень смущенная. Но у нее была нужда попить воды, просто. Иисус ждал ее именно там. Ученики ушли, чтобы принести что-то покушать, да.
Женщина пришла к колодцу просто, чтобы набрать воды, чтобы как-то вот, ну, утолить свою жажду. Домой что-то принести, детям что-то принести, этому мужу пятому принести что-то. Ну, дома что-то там сделать, постирать и так далее. Она пришла днем, когда там никого не должно быть. Но Иисус сидел именно там. Ну, встретились два одиночества. Иисуса не принимали, потому что Он сильно святой. Он сильно святой. Ее не принимали, потому что она сильно нехорошая. Иисуса не принимали в своем народе. Он говорит, пришел к своим, свои не приняли. Ее не принимали, потому что она грешница. Ее осуждали. Иисус встретился с ней у колодца. А где Он встретился? В церкви. Колодец – это церковь в каком-то смысле. Там, где ты должен пить. И он говорит, эту воду, которую ты, ну, ты придешь сюда, ты опять будешь жаждать. Если ты приходишь в церковь, это Иисус не ждет тебя там. Твой позор и смущение никуда не уйдет. Все, что нужно было ей, встретиться с Иисусом, она говорила о каких-то духовных вещах, где нужно поклоняться. Да, она понимала, что она грешница. Многие верующие, которые отпали, они понимают вообще, как правильно жить, но они так не живут, да, ну, они живут своими моментами. Она говорит, Иисус говорит, если бы ты знал, кто у тебя просит пить, ты бы сама у меня попросила. Говорит, воду, которую я даю, ты не будешь жаждать. Говорит, дай мне этой воды. Зачем? А я, чтобы я сюда больше не приходила, чтобы я не переживала этот позор. Если ты будешь пить эту воду, которую дает Иисус, тебе вообще все равно. Все равно, на чем ты ездишь, как ты одет, как ты поешь, тебе вообще все равно. Но когда ты смущен, ты ограничен. Ты ограничен, ты находишься в клетке своих смущений, своих страхов, потому что человек тебя поставил в сеть. Он ограничил тебя. Почему ты принял это слово, и ты находишься в смущении? Братья смущали Давида, когда Давид пришел на поле боя, они смущали его. Почему? Они сами были в страхе. Люди, которые в страхе, они пугают других. Они позорят других. Они смущали Давида и говорили ему, что ты там оставил этих овец малых и сюда пришел смеяться над нами. Они смущали. Есть люди, которые смущают тебя. У тебя это не получится, тебе не нужно это делать. Люди, которые находятся в отступничестве, они смущают других людей. Раненые люди ранят других людей. Ну так вот, эта женщина, она была в смущении, и она не хотела больше, она вообще не хотела приходить к колодцу. Ну не хотела. Нам не нужно приходить к колодцу, нам нужно приходить к Иисусу. Если ты хочешь, чтобы смущение с твоей жизни ушло, ограничение, тебе нужно приходить к Иисусу. Эта женщина, она больше всех сделала вообще. Она притащила весь город. Ей вообще все равно, как на нее люди будут смотреть. Знаешь почему? Ну, потому что она что-то попила. Она от Иисуса что-то приняла. Она приняла, и она не осталась прежней. Ты можешь в церковь ходить годами. Ну почему? Ну это ж колодец Иакова, да, это вот ему уже там сколько там. Вот мы сотни лет сюда ходим, да, и предки наши, и деды наши ходили, и мы сюда ходим. Да, это неплохо, это здорово, но Иисуса нету. Иисуса нету. Это здорово, что ты приходишь пить сюда. Да, тут хорошая вода. Но Иисуса нету. Иисус снимает всякое поношение, всякий страх. Бог говорит, я не дал тебе дух страха. А страх перед людьми, он что? Он ставит сеть. Он ставит сеть, он тебя ограничивает. Смущение несет поражение. Поражение в твое сердце, в твой разум несет опустошение. Было время у Давида, когда за ним гонялся Саул, и он его загнал до того, что Давид вступил в общение с царем филистимским. Ну, он стал его таким, как это сказать мягко, ну, телохранителем. Он стал и на его сторону.
стал на его сторону. И он даже выходил с войсками филистимскими. Он был готов воевать против народа Божьего. Готов был воевать. И этот царь, ну, как бы он его уважал. Уважал, но у царя были еще люди, которые были против Давида. Говорит, этот человек, это ж ему пели песни, что там Саул победил тысячу, а это десятки тысяч. И говорит, скорее всего, это не, точно не наш друг. Ты пытаешься затесаться среди мирских людей просто, среди греха. Даже мирские тебя отличают, что ты не такой. Они вычислили его, говорит, так слушай, так это ж те, которым мы пели песни. Вот почему он с тобой уходит? Ты не понимаешь, что это, ну, опасно? И этот царь говорит, ну, мои князья что-то там возмущаются. Говорит, иди к себе в Сикелак, там, где ты там своих жен оставил. Просто уйди лучше от меня. Я тебе доверяю, но лучше уйди. Знаете, что происходит, братья и сестры, когда в твоей жизни есть какое-то угнетение, какой-то позор. Давид переживал позор очень сильный. И это его толкнуло просто. Он стал на сторону филистимлян. Он стал как бы, ну, врагом Бога. Это он помазанник Божий. Но в каком-то смысле он хотел, ну, он противостоял Саулу и стал на сторону филистимлян. Это был самый его, ну, как бы, он опустился очень низко. И он был готов воевать. Знаете, самая худшая ситуация в нашей жизни. Я верю, что призванным и любящим все содействует ко благу. Все содействует ко благу. И когда его отправили, говорит, все, иди вот со своим войском, вот иди отправляйся назад, потому что, говорит, мои князья тебе не доверяют. И когда он вернулся в Сикелак, где у него там жена его, там жены его, там жены его, этих дети там, написано, что Амалек, он пришел и сжег Сикелак. Просто он пришел и увидел, что, ну, он пришел на пепелище. Верующие возвращаются после греха, они возвращаются на пепелище. Тебе нужно вернуться к своему Сикелагу. Любой христианин, рано или поздно, он встретится с ситуацией, когда он просто упадет в каком-то смысле. Давид был в поражении. Саул также был не в правильном положении. Давид был не в правильном положении. Но что интересно, Давид выбрался, опираясь на Бога, с этой ситуации. Когда он пришел в Сикелак, все было разрушено, все было сожжено, город сожжен, жен нету, ну, никого нету, детей нету. Всех увели. И он опечалился. И он был в смущении. Почему? Потому что его народ, который шел за ним, они хотели побить его камнями. Они хотели убить своего лидера. Почему? Потому что он их привел к полному поражению. Если ты идешь за таким лидером, когда он в неправильном положении, даже если он когда-то был помазанник, он приведет тебя в сокрушение. Но победа Давида была в том, что он был готов смиряться пред Богом. Когда его ходили побить камнями, знаешь, что он начал делать? Он сначала был в смущении долгое время. Потом говорит, принесите мне ефод. Он накрылся и начал молиться, искать Бога. Бог его вернул. Знаете, в нашей жизни, когда в какой-то встряске не происходит, и мы думаем, что все нормально, и мы где-то там находимся в миру, что-то делаем, вроде все получается, выходим с какими-то войсками филистимскими, вроде все нормально. Но Бог ждет тебя на своей территории. Он привлечет тебя Сикелагом. Он то, что ты оставил, те слабые места. Он просто Амалека позволит Амалеку спалить все. Ну, представьте, что у Давида, вот Авигея, которую он любил, которую он просто там, когда он в нормальном состоянии был, на Авигее женился, да, мудрая, красивая, да, ее нету, детей нету. Вся армия, которая была с ним, у них тоже детей и жен нету. Единственное, что люди решили, они решили просто Давида убить. То он был для них хороший, сейчас он стал плохой. Почему он стал плохой? Ну, потому что он не подумал об этом, что Амалек может все разрушить.
Давайте откроем 30 глава, 2 стих. «А женщин и бывших в нем от малого до большого не умертвили и увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, и бывший с ним вопль, и плакали, доколе не стало в них сил». Они просто орали, плакали до той степени, пока у них просто сил не стало. Просто, ну, уже нету сил плакать. «Взяты были в плен обе жены Давида, Ахинома и Авигея, бывшая жена Навала. Давид сильно был смущен». Давид сильно был смущен. Сильно был смущен. Почему он был смущен? Ну, потому что все пропало. Жен нету, не только его жен, вообще. И еще народ хочет его побить камнями. Как бы ты себя чувствовал в такой ситуации? Он сильно был смущен. Я верю, что смущение, оно может играть в нашей жизни и положительную роль, если оно толкает тебя к Богу. Бывает, смущение толкает тебя на ожесточение. Бывает, смущение толкает тебя в стопор. Но Давида смущение его толкнуло на то, чтобы искать Бога. Он бы мог бы просто проплакать и сказать: «Ребята, выхода нету, все, убивайте меня, как я виноват, все, выхода никакого нету». Но у Давида было, у Давида хватило просто ревности, силы, позиции просто встать и искать Бога в этой ситуации. И он просил Бога: «Боже, что мне, что делать вообще, бежать ли, догоню ли?» Он говорит: «Беги, догонишь и преодолеешь». И люди, которые с Давидом пошли, там сколько, 600 человек, там 200 устали, их оставили, еще 200 устали, их оставили. И Бог взял вот этих вот, ну, сколько там, 200 человек. Они догнали филистимлян, и не просто догнали, филистимляне просто уже, ну, поляну накрыли, они там радовались и понимали, что все, вот, все у них хорошо, они победили. Они уже праздновали победу. Они не ожидали такого разворота. Но Давид пришел с этими 200 человек, сумасшедших таких молитвенников, и они просто завалили всех этих филистимлян. Просто отобрали все. Я верю, что Богу не надо вообще толпа. Ему нужно вот такие вот, которые пойдут с Давидом, когда Давид в правильном положении. А Давид тогда был в правильном положении. Бог его просто направил. Выпрямил его и толкнул его. Братья, твое смущение, оно может толкнуть тебя к Богу, а может толкнуть тебя в обратную сторону. Друзья, смущение, оно приходит от того, что мы слышим, ну, от каких-то новостей, от того, что мы видим, от того, что мы слышим. Приходит смущение. Но в Библии написано: праведник, он своей верою жив будет. Смущение – это не то, что на то, что, во что тебе нужно погружаться. Смущение, оно ограничивает, это страх. А Бог говорит: «Я не дал тебе дух страха, но дал дух силы». Если ты погружаешься в смущение, в эти мысли, они будут порабощать тебя, разрастаться в тебе. Психологи сейчас очень многие там говорят, как справиться с страхом, как вот, ну, у тебя есть сильные стороны, у тебя есть слабые стороны, да, вот, ну, надо усиливать слабые. А как ты их усиливаешь, как ты их усилишь? Ну, я вот тебе расскажу, думаю позитивно, думаю хорошо. Но в Библии написано: «Я даю мир не так, как этот мир дает». Ну, надо думать о хорошем. Но Бог говорит: «Я даю мир, я даю». Этот мир не может дать, никакой психолог не может дать. Он понимает какие-то раскладки, но он не даст тебе мир. Хотя люди рассказывают, я вот как там одного психолога слушал, говорит: «Я вот боялся познакомиться с женщиной, да, вот страхи мои, такое, смущение. А я раз и наступал свой страх». Ну да, в этом что-то есть. В этом что-то есть. А вот я боялся что-то сделать, и я лез на какие-то высоты, короче. Ну да, в этом что-то есть. Но я не об этом страхе говорю. Страх перед Богом – это мудрость. Начало мудрости – страх Божий. Но Бог говорит: «Я даю смелость». Праведник, он смел, как лев. Ты не должен быть смущен никакими обстоятельствами. А почему мы смущаемся? Ну, потому что что-то пошло не так, как вот я планировал. Я планировал, что я вот женюсь, все будет хорошо, а оно вот нехорошо. Меня это смущает. Почему? Потому что планировал что-то одно, а все совершенно по-другому. Нас смущают эти вещи. Почему люди притыкаются?
Почему люди ослабевают? Ну, потому что они долго что-то ждали, а что-то в жизни не происходит. Приходит смущение, мы пытаемся искать свои какие-то пути. Давайте откроем еще вот Плач Иеремия. 4 глава, это последняя глава. Иеремия пишет, как потускло золото и изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. О чем здесь написано? Тут написано о том, что о религиозной элите золото – это священники. Говорит, как потускло золото? Почему оно потускло? Почему камни драгоценные раскиданы? Это ты, драгоценный камень. Почему они раскиданы? И Бог говорит, как мой народ, он из золота драгоценного превратился просто в обычную глину горшечника. Бог говорит, как такое может быть? Почему? И там дальше ответ есть. Потому что слушали лжепророков. Лжепророков. Потому что слушали лжесвященников. Пятый стих. Евшие сладкое истаивают на улице. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Вы можете себе это представить, братья, сестры? Знаете, что такое багряница? Ну вот Иисуса просто завернули в багряницу, да, вот это такое вот полотно было красного цвета, ну, его могли позволить только очень-очень-очень-очень богатые люди, цари, да, вот, ну вот, кто видел, может, там католические священники в красном бывают, одеваются, да, это символ власти, символ власти. Вы представляете, что человек, который ходил в багрянице, а почему вообще, почему простые люди не могли ходить в красной одежде? Ты сейчас можешь ходить в любом цвете, да, вот кто-то в ярком сильно ходит. Но тогда в красном могли позволить только очень богатые люди. Почему? Потому что это полотно красилось таким образом, что добывались какие-то там супер ракушки редкие, да, вот из них вот это вот. И за счет них выкрашивал. Их вот надо очень много, чтобы выкрасить вот это полотно. И только если ты видишь человека в красном, значит, ты понимаешь, что, ну, как бы... Ну, это как, вот я не знаю, как объяснить. Ну, вот если видишь человека на Лексусе, да, там, RX там какой-то, да, раньше это надо было, чтобы цепуха там в 2 сантиметра и крест, да, ты понимаешь, что ты реально с серьезным человеком повстречался. Тогда вот если ты увидел человека в красной одежде, ты понимаешь, что это не просто так. Но тут написано, что он жмется к навозу. Он говорит, он вырос в богатстве просто. Вот представь, человек вырос в богатстве, Он вообще ничего не... Ну, он просто так не ходил. Он вообще, у него телохранители там в школу его возили. Там он вообще, ну, даже пример, не знаю, на ком привести. Ну, может, тебе даже сложно это представить, да? Потому что ты не вырос на багрянице. Ты вырос не на багрянице. Ты вырос... Просто кто-то вырос на улице, кто-то вырос там, ну, как бы, по-разному. Но тут написано о тех людях, которые выросли на багрянице. Они привыкли к богатству, они привыкли, что вокруг комфорт, да, и по-другому быть не может. Из-за этого пришла гордость. А почему люди начали прижиматься к навозу? К навозу? Зачем людям прижиматься к навозу? Ну, мое толкование. Почему? Ну, когда он свежий, он еще теплый. Это первое. Второе, когда его кучкуют в куче, да, он выделяет газ метан, и там происходит определенная реакция. И, ну, как бы, если ты руку туда засунешь, там реально, ну, тепло. Но, братья, сестры, это не тот источник, к которому ты должен прижиматься. Ты меня слышишь? Ты прижимаешься к своей работе. Ты прижимаешься к своим похотям, ты прижимаешься к своим, как это сказать, ну не любовникам, за кем ты там бегаешь, это навоз, ты понимаешь, что он тебя просто, он согреет, да, он теплый. Но Бог говорит, лучше бы ты был холоден или горяч. Но ты хочешь согреться у навоза, ты жмешься. Я не читал такого толкования, это ну вот чисто мое толкование, можешь как бы записать.
Ну, я так и верю просто. Люди прижимаются к чему угодно, когда у них просто, они теряют царское достоинство, они прижимаются к чему угодно, к навозу прижимаются. Так удивительно, когда христиане жмутся к навозу, так ты же воспитан на багрянице, ты же царь и священник, Бог тебя назвал царем и священником, ты воспитан по-другому. Кто-то вырос в христианской семье, кто-то вырос в церкви, у кого-то есть понимание, ты молишься на языках, ты там бесов изгонял, еще что-то. И ты начинаешь сжаться к багрянице. Почему? То есть к этому, к навозу начинаешь сжаться. Почему? Ну, ты хочешь согреться. Потому что у тебя пришли тяжелые времена. А почему пришли тяжелые времена? Почему пришло смущение? Ты потерял уверенность. Ты потерял фокус. Ты потерял свою веру. А почему ты ее потерял? Тебя что-то другое привлекло. Тебя навозная куча привлекла. Что-то другое привлекло тебя, и ты жмешься к этому. В Иова там написано, Иов пишет про бедных людей, которые, они жмутся к скале, потому что ну, идут дожди, и они просто прижимаются к скале. Братья, сестры, когда у тебя стесненные обстоятельства, ты пытаешься прижаться к чему угодно. Ты обесцениваешь себя. Когда тебе холодно, ты оденешь что угодно. Знаете, как эти французы, или кто там на Россию там нападал, они шли такие красивые, там все, там, ну, сейчас они русских завалят. Или немцы, или французы, я не помню. Ну, шли зимой, они ж не поняли, что, ну, как бы, они шли красивые. У них были, они еще в чемоданах, у них там несли женские платья, там одежду, потому что они решили, что они сейчас победят, оденут платье, и, ну, женщин оденут, и все будет у них там, они будут праздновать. Но они потом сами в эти платья начали одеваться, потому что было очень холодно. И все равно и в этих платьях в таком позоре они и замерзли. Кто-то замерзал просто, там стучался к русским, там в какую-то хату, халабуду, там, где просто огонь горел, и они хотели, и русские просто не пускали, чтобы эти... Враги, они просто замерзали у них под калиткой. В таком позоре. С ними никто не воевал. Ну, их никто не бил. Почему ты жмешься к навозу? Я не понимаю, почему верующие жмутся к навозу? Почему тебя там навоз так привлекает? Лжепророки так сделали. Почему ты к блуду своему жмешься так? Что ты хочешь пожать? Что ты ожидаешь потом? Давайте прочитаем. Евшие сладкое истаивают на улице, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чере народа моего превышает казнь и грехи Содома. Там дальше написано о том, что дети ходят по улицам, они просят хлеба. Священники смотрели, они игнорировали детей. Ты становишься жестоким. Священники были жестоки. Почему? Ну, потому что им нечего было есть. Им вообще плевать было на детей. Все были в смущении. Сами священники, они не могли дать выхода народу. Почему? Потому что они ушли от Бога. Потому что они ложь послушали. Потому что они приняли ложь. Давайте откроем. Так, 12 стих. «Не верили цари земли и все живущие во вселенной, что враг... и неприятель вошел во врата Иерусалима». Они не могли в это поверить. Они не могли поверить, что с ним вообще какая-то проблема может случиться. Вообще не могли поверить, что... Ну, они же на багрянице, у них же все хорошо. Когда у тебя все хорошо, тебе кажется, что у тебя плохо никогда не будет. И приходит гордость. Вот это за грех лжепророков и за беззаконие священников. За грех лжепророков и за беззаконие священников. За беззаконие священников, которые среди него проливали кровь праведников. Кто проливал кровь праведников? Еще раз. Кто-то проливал кровь праведников. Там не написано, что это проливали какие-то язычники, какие-то бандиты, какие-то негодяи. Священники и лжепророки. Они проливали кровь праведников. Из-за этого пришло посрамление. Пришло поношение. Бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью так, что невозможно было прикоснуться к одеждам,
«Сторонитесь!» – нечисты кричали им. «Сторонитесь! Сторонитесь! Не прикасайтесь!» Они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их больше не будет». Если ты слушаешь таких священников, если слушаешь таких пророков, эти люди, которые слушали, они уходили в смущении. Им говорили: «Ну, Бог оставил их, их больше никогда не будет». Они были смущены. Они не понимали, как такое может быть. Как такое может быть? Мы же слушали лишь пророков, мы же слушали священников. Они не видели, что эти священники проливают кровь. Ну, потому что толпа, потому что на багрянице. Багряница может обмануть тебя. Если ты будешь реагировать только на багряницу, просто на какой-то материальный успех, ты можешь ошибиться. Кровь праведников проливалась. И люди вообще, ну, никак на это не реагировали. Почему? Потому что толпа. На нас вообще очень часто действует толпа. Действует толпа. Она нас смущает или наоборот поднимает. Братья, ну нам нужно смотреть на Бога. Почему Иисуса невозможно было сбить? Его невозможно было остановить. Его невозможно было как-то ослабить. Когда Павел там, да, вот, то есть Петр, говорит: «Да не будет этого с тобою. Да не будет этого с тобою». А он говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Иисуса невозможно было просто остановить. Когда ты пытаешься просто облегчить что-то, ну просто облегчить, пойти по плоти, ну просто потому что так легче, ты придешь к смущению. Это то, что тебя остановит. Когда Израиль выходил на войну, и Бог говорит: «Когда вы увидите войско, которых очень много и намного больше, чем вас», что там дальше, кто помнит? Говорит: «Пусть придет священник и скажет вам слово». А что священник должен сказать? «Не бойтесь». А дальше что написано? Говорит: «Смотри, кто там вот обручился с женщиной, но еще как бы это, пусть идет, а то он у него... Он думает о другом. Кто там виноградник, и еще там не это, тоже пусть идет». И дальше там написано, говорит: «И кто малодушный, ну кто трусливый, не надо, чтобы он вообще приходил. Он принесет поражение». Для чего? Чтобы он не ослабил сердца братьев. Я понял. Смущение – страшная штука. Смущение – страшная штука, которая приведет тебя к параличу, если ты в ней просто останешься. Она сделает тебя карликом, она сделает тебя уязвимым, она сделает тебя одиноким, она сделает тебя пораженным, она сделает тебя… Ты будешь в страхах, а в страхе есть мучение. Люди, которые в смущении, они… Ну, у них смута постоянно, вот смута, их постоянно мутит, вот просто, им постоянно плохо, им никогда не хорошо. В Библии написано: «Хорошо и приятно быть братьям вместе», им везде плохо. Они везде соперничают, они везде смуту наводят, потому что они в смущении, они не уверены. Знаешь, когда человек целостный, и он не смущен, он ни с кем не соперничает, ему не надо ничего никому доказывать, он знает, кто он. Вот Иисусу все равно, его невозможно было смутить. Много, какая у него церковь там, 12 человек или 250. Но знаешь, что для человека важно очень часто? Статус. Его самооценка вырастает. Люди, звезды. Если на концерт придет мало человек, они же просто умирают без славы. А Бог говорит: «Славы моей я не отдам никому. Я не отдам никому». Братья, мы должны быть простыми, твердыми и мужественными. Тебя ничто не должно смущать. Если написано, если враг придет как река, это то, что тебя просто, ты не ожидал этого. Вот пришла какая-то болезнь, пришло какое-то проклятие, да, пришло еще что-то, пришло смущение какое-то, да, ну, какое-то разочарование. Что тебе нужно? Вот что Давид делал? Вот, ну, если в твою жизнь пришло такое, те люди, которым
которые тебе доверяли, которые шли за тобою. Я слышал вот такие случаи, что пастыря там что-то людям наговорили, чтобы они нам куда-то квартиры впихивали, да, и потом просто вешались, потому что не знали, что людям-то отвечать-то. Они были смущены, и дьявол их просто поймал на этом. Если ты идешь за обольщением, за ложью, это всегда приведет тебя к смущению, к позору, к разочарованию. В Библии написано: «Я есть путь, истинная жизнь». Братья и сестры, когда женщина встретилась с Иисусом, в ее жизни уже не было смущения. Ей вообще все равно, что у нее было 5 мужей. Ты меня слышишь? Ей вообще все равно. Она притащила весь город просто к Иисусу. Весь город притащила. Не только женщины пришли туда, она и мужиков туда притащила. И она не думала, а как же люди обо мне подумают? А у меня аж 5 мужей. Да она вообще об этом не думала. У нее цель была, она смотрела на Иисуса. Ей вообще все равно, кто о ней как говорит. Мы многие вещи не делаем, потому что мы думаем, как же обо мне человек подумает? Как же я одет? Еще что-то. Ну, не думай об этом, пусть это тебя не смущает. В Библии написано: сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Фарисеи не хотели смущаться, просто они были как гробы окрашенные. Но Иисус говорит: то, что они говорят, ну нормально как бы, но то, что они делают, так не поступайте. Они смущали народ. Знаешь почему? Они превозносились. А как они превозносились? Но они показывали людям такими, какими они не являлись. Они, говорит, говорят, что не надо блудить, но они же сами блудят. Они говорят, что не надо воровать, но они же сами воруют. Они же сами не исполняют то, что они говорят. Люди были в смущении. Человек, мытарь, да, там, он был, скорее всего, в смущении, когда он смотрел на этого священника, который бил себя в голову и говорит: я не такой, я не грешный, я не такой грешник, как вот этот вот мытарь. Ты можешь быть в смущении. Это то, что тебя парализует. Страх. Бог говорит: я не дал тебе дух страха, но дал дух силы. На тебе должен быть дух силы. Если этого нету, ищи этого. Давид не просто сорвался как бы и побежал на своих врагов. Да? Он что там, накрылся этим хитоном. Чем он там накрылся? Говорит: принеси, или талит, или что там. И он молился Богу и спрашивал. Он четкий получил ответ, и все, его уже было не остановить. Ему все равно, сколько с ним человек. Он бы один пошел и всех замочил бы. У него не было малодушия. Когда он был молодой, братья его там смущали, ну и вот это не мешало ему пройти против Голиафа. Нас многие вещи останавливают. Страх, ну я не буду молиться, я не буду это делать, потому что, ну как бы, а как это? Я ж никогда этого не делал. Молитвенник, который не молится, рано или поздно он придет к смущению. Дары, которые Бог тебе дал, и ты их не используешь, ты придешь к тому моменту, когда Бог будет спрашивать тебя: я же тебе что-то дал. И ты будешь в смущении, ты просто будешь говорить какие-то неправильные вещи. Ты будешь обижаться, ты будешь говорить: злой, ты сеешь, то есть пожинаешь там, где ты не это, берешь там, где не рассыпал. Братья, у нас не должно быть смущения. У тебя не должно быть страха перед людьми. Единственный страх, который у тебя должен быть, это страх Божий. Аллилуйя. Хорошо. Я верю, что когда приходит Иисус, смущение уходит. Последнее местописание я хотел, ну, может, своими словами там, в языке, кажется, там, Исаия. Здесь Бог говорит об Израиле, как об одинокой женщине, которая оставленная. Я думаю, что женщина, когда оставлена, она в смущении. Ну, когда ее бросили. Она говорит: бедная, бросаемая буря, безутешная, неплодная, там, одинокая, отверженная, короче. Вот Бог к ней обращается. Ну, это он говорит к своей невесте. Он говорит к Израилю. Это он говорит к церкви, это говорит он к тебе. Давайте откроем это последнее место. Возвеселись, неплодная. Бог тебе говорит: возвеселись, неплодная.
Как это возвеселись? Как возвеселись неплодно? Да Бог тебе говорит, возвеселись неплодно. Если Бог тебе это говорит, значит, тебе нужно возвеселиться. Потому что Бог дальше говорит, у оставленной гораздо больше детей, чем у кого? Чем у той, которая имеет мужа. Возвеселись неплодно, не рождающая. Воскликни, возгласи, не мучившись родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. И дальше, распространи место шатра твоего, расширь покровы жилища твоих, не стесняйся. Ты стесняешься. А стесняешься когда? Ты в смущении. Ну, потому что у всех есть дети, у тебя нету. Ну, потому что ты какой-то не такой. Ну, что-то вот тут не так с тобой. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся. Не будешь в постыжении. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. И ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Это бесславие, когда ты вдова. Говорит, ты забудешь это. У тебя детей намного больше будет. А знаешь почему? Бог говорит, потому что я твой жених. Я пришел за бесплодной. Та, которая не рождает. Уже все порождали, у тебя ничего нету. Я пришел к тебе. Так же, как он пришел к этому колодцу. Почему-то он находит таких. Отверженных. И он их понимает, потому что он сам отвержен. Был. Он говорит, был искушаем во всем, он может помочь искушаемым. Ибо твой Творец есть супруг твой. Братья и сестры, когда твой Господь, он твой супруг, ты не будешь бесплодный. И оставленной не будешь. И бездетной не будешь. И вдовой тоже не будешь. Он говорит, я супруг Господь, Саов имя его, Искупитель твой, Святой Израиль. Богом всей земли назовется он, ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. Если ты понимаешь, что он Бог твой, ты забудешь посрамление юности. То, что с тобой происходило в прошлом. Юность – это не обязательно то, что в подростковом возрасте, но очень часто. Говорит, ты это забудешь. То, что ты была вдовой, то, что ты оставлена мужем. Говорит, ты забудешь это. Говорит, расширь. Если ты это не забудешь, ты никогда не расширишь. Говорит, расширь, возгласи. Тебе нужно возгласить. Тебе нужно что-то говорить. Говорить. Воскликни. Провозгласи, что оставленное гораздо более детей. Ты о себе должен это говорить. Церковь о себе должна это говорить. Ты о себе должен это говорить. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог, на малое время я оставил тебя, и с великой милостью восприму тебя. 11 стих. Бедная, бросаемая буря, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твои из сапфиров. У тебя в голове не может даже так сложиться. Почему? Потому что у тебя просто, ну, за квартиру не хватает, чем заплатить. У тебя, ты на себя так совершенно не смотрит. А Бог говорит, я не просто возьму тебя к себе, я еще и положу основания твои на сапфире. Говорит, бедная, безутешная, бросаемая бурей. Когда ты в смятении, тебя просто кидает вот в разные стороны, во разные какие-то отношения непонятные. Просто ты их пытаешься найти где-то утешение. Он твой утешитель. Бедная, бросаемая буря. Почему буря тебя бросает? Почему ты безутешен? Да потому что надо к утешителю прийти. Потому что он супруг твой.
И Он хочет положить твое основание на сапфире. Я сделаю окна твои из рубинов, ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сынов твоих. Это та, которая бесплодная. Это которая не мучилась родами. Бог говорит, твои сыновья будут научены Господом. Этого еще нету. Говорит, если Бог тебе это говорит, твоя буря закончится. И утешение придет. Аминь. Давайте помолимся. Боже, Отец, мы превозносим Твое святое имя, Бог наш. Ты один достоин всей славы, Господи. Ты наш утешитель, Господи, Отец мой. Ты дающий мир, Господи, Отец мой. Благодарим Тебя, Боже. Ты останавливаешь всякий шторм, всякую бурю, Боже, в нашей жизни, Господи. Всякое смятение, разочарование, всякий страх, Бог мой. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Пусть наше основание будет из рубинов, Боже, Господи. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть наши сыновья будут научены Господом, Боже. Слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя, Боже. Слава Тебе. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.